Всем доброго дня! Сегодня с учениками русской школы мы хотели бы рассказать им одну удивительную историю. События этой истории произошли много-много лет назад. Однажды, в одно воскресное утро, случилось совершенно необычное чудо. Наверное, многие из вас слышали историю о воскресении Иисуса Христа, о том, как Он умер на кресте за грехи всего мира и воскрес в третий день, чтобы подарить всем людям прощение грехов и вечную жизнь. Наша история как раз и случилась в том самом саду. Представьте себе, что мы сейчас с вами перенесемся в замечательное и очень красивое место. Там растут прекрасные цветы, поют голосистые птички, светит солнышко, и весь этот животный и цветущий мир были свидетелями чудесного воскресения Иисуса Христа. Один лишь только маленький воробушек пропустил это замечательное событие. Он прилетел в этот сад и стал расспрашивать всех, что же там произошло. Он спрашивал у цветов, он спрашивал у бабочек, у пчелок. Он очень сильно хотел узнать о том, как произошло воскрешение Иисуса Христа. Давайте с вами посмотрим, как все это было. Всем привет, Чиф-чиф, всем приветик. Что случилось на рассвете? Почему вы так тревожны или радостно вы все же? Ой, случилось, так случилось. Вон, пещера отворилась, камень откатился, вход в нее открылся. Так и все вдруг созрел. Ангел с неба вдруг спросил, и сейчас он там сидит, и пещера старосит. Кто лежал в пещере это? Расскажите мне об этом. Он ходил, всех учил, чтобы каждый с Богом жил, чтобы сердце было чисто, в нем была святая сила. Но не все его признали, и на них ругаться стали. Как кисту его прибили, а потом как похоронили. И сегодня он воскрес, это чудо из чудес. Радуйся сегодня, светлый день Господний. Он зайдет на небеса, славу своего Отца. И всех с собой зовет, сердце верит, в чем живет. Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воистину воскрес. Многие, я от вас узнал, знаю я теперь Христа, а мои друзья еще о нем не знают ничего. Полечу скорее домой с вестью радостной такой. Дорогие братья и сестры, в этот славный день всем спешите рассказать вы о Царе Царей. Как людей Он вас любил и с весельем подарил. Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воистину воскрес.